Здравствуйте, ребята. Значит, сегодня постараюсь я вам, значит, объяснить, как стать удачным ютубером, удачным блогером, ребята. Естественно, мы все так начинали, значит. Я вот тоже с одного подписчика начинал, ребята. И, конечно, у меня свой взгляд, свои взгляды на все это и так далее, значит. Ну, не знаю, я так начинал, я так продолжаю, ребята. Первый пункт, ребята, значит, для удачи. Надо снимать, ребята, все натурально, как бы, да, поняли, да? Вот какой ты есть в жизни, да, снимай так, а не так, что, допустим, ты ходишь там, дрон за тобой летит, там ты ничего не делаешь и так далее, поняли, да, ребята? Второй пункт, значит, надо снимать интересные ролики, ребята. Это обязательно. Третий пункт. Надо снимать еще поинтереснее, да? Поняли, да, ребята? Вот, допустим, я сейчас сниму один кадр. Короче, про холодильник. Вот, это же наш быт, ребята, да? Вот что-то не то. Вот, допустим, сколько людей, которых... Холодильники замучили, короче, да, вот я решил сейчас снять, ребята, и, как бы, совета, что ли, не что ли, а совет спрашивать у знатоков, кто это умеет лучше меня в холодильниках, кто шарит и так далее, ребята. Поймите, это не позорно совет у кого-то спрашивать и так далее, я не знаю. Я так начинал, я так продвигаюсь понемножку, у меня не... миллион подписчиков, но сколько есть, ребята, и что есть, тому и рады. Сейчас я покажу вот холодильник обычненький. Обычненький холодильник. Вот. Вот. 3 года бесплатного сервиса, так сказать. Вот такие пироги. Короче, открываем. Открыли, ребята. Вот. Ну, дай бог, сейчас она у нас исправно сработала. Ну, взяли, что нам надо оттуда. Ну, закрыли. Вот, закрыли. Сейчас слушаем. Еще раз хотим открыть, ребята. Еще раз хотим открыть. Тянем, ребята, тянем. Вот я тяну сейчас, вот изо всех сил, ребята. Вот, смотрите. Она не открывается, ребята. Я сейчас его переверну, наверное. А, еле открылась. Еще раз закрыли, ребята. Значит, ребята, смысл в чем? Там вакуум создается, по-моему. Как-то, я не знаю, каким-то образом он его, ну, всасывает в себя, эту дверцу, короче, и потом не оторвать, короче. Ну, это, знаете, как ему захочется, короче. Когда захочет, он хорошо открывается. Когда захочет, вот так вот склеивается. Вот сейчас открылась хорошо. Ну, посмотрим еще разок. Начали. Видите, вот не по отвесу сейчас. Он уже приклеился, так сказать. Видели, да? Вот сейчас, значит, его вот цели. Блин, как показать, чтобы было... Вот смотрите, вот качается. И не открывается, где он. Вот. Не открывается. Сейчас, значит, ребята, вынужден, значит, чтобы не ломать холодильник, вот ножик засунуть. И слушаем, ребята.
Короче, воздух оттуда этот выходит. Вот такие пироги, ребята, вот. Ну, я пробовал, ребята, вот здесь у него, значит, вот, дыхалка вот здесь вот, видите, да? Я его, естественно, совал-то, такую трубочку я его очищал. Я думал, что здесь он что-то вот клинит, вот. Ну, как видим, ребята, там чисто и так далее. Вот такие пироги вот. Ну, не знаю, посмотрим еще раз. Ну, опять приклеилась вот. Не приклеилась, а этот вакуум. Видите, нижний как, ну, шире резина, а вот этот поуже. Ну, этот, естественно, беспроблемно открывается, а этот надо тянуть, тянуть, блин. Не, уже не смогу. Ага. Вот открыл наконец-то. Короче, я не знаю, в чем проблема, ребята. Если кто знает, может, посоветует что-нибудь. Вот такие пироги, вот, ребята. Вот такие пироги. Ну, не знаю. Если кому-то этот будет интересно отвечать и будет знать, в чем проблема, да, напишите, пожалуйста. Вот так вот. Заодно на температурку глянем. Вот. 8, что ли. 7-8 градусов. 7 декабря.